Мастер Аки в квадрате представляет. Научиться рисовать медью – отличная идея, которая легко воплощается с набором гальванизации от Мастера IQ в квадрате. Два опыта позволяют познакомиться с интересным физико-химическим явлением. В наборе ребенка ждут медные оцинкованные пластины, медная проволока, два батарейных отсека, два зажима, вата, сульфат меди, чайная ложка, 10% раствор серной кислоты, мерный стакан, пластиковый стакан, перчатки, описание экспериментов с объяснениями. Для проведения опытов вам потребуются две батарейки, пальчиковая и типа крона. Начните череду опытов с приготовления раствора электролита. Возьмите стакан, сульфат меди, баночку с серной кислотой, мерный стаканчик, ложку. Налейте 100 мл воды и добавьте в нее все содержимое пакетика. Тщательно перемешайте. Отмерьте 10 мл раствора серной кислоты. Соедините обе жидкости. Медная монета. Проведите захватывающий эксперимент и превратите обычную монету в медную. Для данного опыта необходимо стакан с раствором, мерный стакан, зажимы, батарейный отсек с элементом питания, медная пластина, медная проволока, наждачная бумага, монета. Прикрепите зажимы к батарейному отсеку. Обезжирьте монету, потерев наждачной бумагой. Прикрепите к ней зажим, идущий от минуса, с помощью медной проволоки и опустите в стакан. Также присоедините прищепку к медной пластине и установите напротив. Налейте в стаканчик раствор и оставьте на несколько часов, а затем достаньте и рассмотрите монету. Она стала медной. Рисование медью. Возьмите батарейку крона, контакты, зажимы, оцинкованную пластину, медную проволоку, вату, раствор, наждачную бумагу. Обезжирьте оцинкованную пластину. Соедините батарейку с зажимами. Изготовьте кисточку из ваты и проволоки. Присоедините к ней положительно заряженный зажим, а второй к пластине. Обмакните письменную принадлежность в раствор и начинайте рисовать. Пусть ваш ребенок познакомится с гальванизацией благодаря набору от Мастера IQ в квадрате.